Our second piece is a 13th century hymn set to music by Vivaldi. Следующим номером мы услышим пьесу, написанную в 13 веке хорал. Vivaldi. который был положен на музыку Вивальди. Stabat Mater is a prayer that God will give us His love. Stabat Mater – это молитва, чтобы Господь даровал нам свою любовь. That our hearts will be placed in the furnace of the fire of the love of God. Чтобы наши сердца стали как печи, наполненные огнем любви Богу. And that we will learn to love with His love. И чтобы мы научились любить Его любовью. The final verse of the hymn says, Grant that my heart may burn in the love of Christ my God, that I might may greatly please Him. Заключительный стих гласит, Дай моему сердцу гореть любовью к Христу Богу моему, дабы мне угодить Ему. We look at the love of Mary, the mother of Jesus, as she stands looking at the cross. Мы видим любовь Марии, Матери Иисуса, когда она стоит у креста и смотрит на Него. Her grief is the grief of a mother losing a child. Ее горе – это горе матери, теряющей ребенка. She watches helplessly as the one she loves, she cared for, is condemned and sentenced to death. Она беспомощно взирает на то, как ее любимый сын, которого она родила, которого она лелеяла, заботливо растила, как его распинают. She watches him suffer in agony as people strip him, nail him to a cross, hang him up like a piece of meat, and mock and laugh at him. Она смотрит, как он мучается, когда люди раздевают его, прибивают гвоздями к кресту, вешают как кусок мяса, издеваются и смеются над ним. She can do nothing. She is powerless. Она ничего не может сделать. Она абсолютно беспомощна. All she can do is take the pain into herself. И все, что она может, это принять эту боль в себя. I guess those of you who have lost children at any age will know a little bit of that. Я думаю, что те из вас, кто когда-либо терял детей в любом возрасте, они знают это острое чувство бессилия и беспомощности, когда ты не можешь помочь собственному ребенку. There is so much suffering. В этом мире столько страданий. The moment in morning prayer we're reading through the book of Lamentation. В эти дни на утренней молитве мы читаем книгу Плача Иеремии. The prophet Jeremiah sees the coming destruction of Jerusalem. Пророк Иеремия видит надвигающееся разрушение Иерусалима. The utter devastation, the brutality, the grief and the pain. Его полное опустошение, жестокость, горе, боль. He takes that into himself, that sense of God abandonment into himself. И он берет на себя эту боль, это чувство Бога оставленности. There is so much suffering. В этом мире столько страданий. We can think of those far away, people who suffer in wars as refugees. Мы можем подумать о людях, которые страдают на войнах, о беженцах. But we don't need to go as far as that. Но зачем так далеко ходить? What about the intense loneliness of the older man or woman shut in because of disability or fear? Подумайте о пожилых людях. Мужчинах, женщинах, которые оказываются запертыми, отрезанными от мира из-за того, что они инвалиды. Maybe they're in the next door flat to you. Эти люди могут быть вашими соседями. In the UK, I took many funerals. Мне приходилось часто хоронить людей, когда я служил в Великобритании. The most difficult funerals were not those of children or younger people. И вы знаете, парадоксально, самые страшные похороны – это не те, когда хоронят детей или молодых людей. Those who were left behind had time to rebuild their lives.
Те, кто остаются в живых, их родители, они еще могут найти в себе силы, и у них еще есть время для того, чтобы как-то перестроить свою жизнь. The hardest was the funeral of a 90-year-old man who had been married for 60 years. Самые страшные похороны были похороны 90-летнего старика, который был женат 60 лет. There were no children, no other family. У него не было ни детей, ни других членов семьи, никаких родственников. And he left behind his grieving widow. И он оставил свою одинокую, несчастную вдову. We think of the suffering of those who have no money and no work. Мы, когда молимся, думаем о тех людях, у которых нет денег, нет работы. We think of the betrayed spouse, the betrayed partner. Мы думаем о тех людях, которых предают, жены, мужья. The victim of violence, now paralyzed by fear. Жертвы насилия, которые парализованы от страха. The child in an abusive relationship. Дети, над которыми издеваются. We think of those unable even to escape into sleep because they're in constant pain. Мы думаем о тех людях, которые даже не могут забыться сном, потому что они постоянно испытывают боль. Or the person who is in depression. Или о тех людях, которые мучаются во мраке депрессии. At the end of the Book of Lamentation, the prophet cries out, "Is it nothing to you, all you who pass by?" В конце первой книги плача пророк восклицает: "Неужели вам все равно, все вы, проходящие мимо?" That's a line that haunts me because I often walk by. Эта строка не дает мне покоя, потому что я сам часто прохожу мимо. I close my eyes. Я закрываю глаза. I'm cold and cold to the needs around me. И я становлюсь жестокосердным, холодным по отношению к тем людям, которые нуждаются, которые меня окружают. Of course, we can only take what God gives us. Конечно, мы можем принять только то, что Господь дает нам. We need to pray that we will be saved from becoming the person who has a Messiah complex and feels they need to save everyone. И мы, конечно, не должны впадать в другую крайность. Мы не должны обретать комплекс мессии, людей, которые считают себя спасителями и пытаются спасти всех, и в конце концов теряют собственную душу. But I do pray, and I hope that as we listen to this next piece of music, that you will also pray. That God will touch our hearts and share with us a flicker of flame of His love. Но я надеюсь, что мы сейчас вместе с вами помолимся, когда будем слушать следующее произведение, о том, чтобы Господь зажег искру любви в наших сердцах. So that we will not pass by. Чтобы мы не проходили мимо. So that we will look with the same eyes that Mary looked at her son on the cross. Чтобы мы смотрели на людей теми же глазами, которыми Мария смотрела на своего сына, распятого на кресте. So that we take a tiny bit of the deep pain of others into us. Чтобы мы пытались хотя бы принять частичку, разделить боль другого человека и принять на себя часть этой боли. Not so that we can ease that pain, we can't do that. Не для того, чтобы облегчить эту боль, потому что мы не в состоянии это сделать. But so that in our helplessness and brokenness, we can pass on and we pass on that pain to one who can take it. Но для того, чтобы в своей беспомощности, молясь, мы могли передать эту боль и человеку, который страдает от нее, тому, кто может помочь ему, тому, кто может вынести это. To the one who can bring final and full healing. Тому, кто может излечить до конца, принести исцеление любому. To our all-compassionate God and His Son Jesus Christ, our Lord. Нашему Спасителю, нашему Господу Иисусу Христу, который всех любит и всех жалеет. Grant that my heart may burn in the love of Christ my God, that I might greatly please Him. Пусть сердце мое горит любовью к Создателю, чтобы он мог возрадоваться. Stabat Mater.
Thank you.
Thank you.
Third piece of music is John Taverner's setting for the Jesus Prayer. И, наконец, в завершении нашего концерта мы услышим пьесу Джона Тревнера, положенную на пьесу, которая основывается на Иисусовой молитве. On Wednesdays after our communion service here, we gather together and we pray the Jesus Prayer. Каждую среду после литургии вечером мы собираемся здесь и молимся Иисусовой молитвой. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. It's a prayer that goes back 2,000 years to the Gospels when the people cry out to Jesus to have mercy on them. И молитва эта восходит своими корнями туда, в то время, когда жил Христос, когда были созданы Евангелия за 2000 лет от нас. Это крик о помощи к Спасителю. It is for me the foundation, the bedrock of prayer. А для меня эта молитва основа всех молитв. When I do not know what to pray for, when my thoughts are all mixed up, когда я не знаю, о чем молиться, как молиться, когда все мысли мои спутаны, especially in the middle of the night, особенно в середине ночи, when I'm confused or tempted or called to others in God, когда я смущен или меня что-то не дает мне покоя и я не знаю, как молиться. This is the prayer I end up praying. В конце концов, я прихожу к этой молитве и молюсь ее словами. It's a declaration of what we believe about our Jesus. Эта молитва — это признание того, что для нас, чем для нас является Христос. It's a cry for mercy. Это крик о помощи, о милосердии. Not that he will forgive us, he's already done that on the cross. Мы не просим его о прощении, он уже это сделал своей крестной смертью. We cry to him as sons and daughters of God, that he will transform and change us. Мы кричим своим криком к нему, обращаемся к нему как сыновья и дочери его, и просим его о том, чтобы он преобразил нас. That he will set us free from the sin that holds us. Чтобы он освободил нас от греха, который прилип к нам. That he will bring us into the full glorious liberty, freedom of the children of God. Чтобы он даровал нам истинно настоящую полную свободу, как детям, чадам Божьим. The prayer of the heart is exactly that. Сердечная молитва — это все это. It is a prayer that can become part of us. Это молитва, которая может стать частью нас. As we repeat it with our lips over and over again, so it comes into us and begins to take on its own life. Мы повторяем ее снова и снова нашими устами, а она проникает нам в сердца и становится частью нас, и начинает жить своей жизнью в нас. We discover that we're praying it from our heart. И вдруг мы понимаем, мы осознаем, что молитва исходит из наших сердец. But more than that, this is deeply personal. И даже более того, это очень интимная молитва. We call a person, the God-man person, to come to us. Мы призываем Иисуса, призываем человека, того самого, единственного человека, прийти к нам. It's the cry for a meeting with our Lord Jesus Christ, the Son of God. Это молитва, призыв о встрече с нашим Господом Иисусом Христом. Because when He is with us, everything is right. Потому что когда Он с нами, все хорошо. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня.
Thank you.
very, very much to Emma Marie, Alexandra, Daria, Alexandra, Alexander, Katerina, Anastasia. Thank you so much. Всем огромное спасибо. Can we say thank you very much? Спасибо большое, что вы пришли сегодня вечером. Мы очень рады вас видеть. И спасибо, и у нас много обсуждений для этой нашей страстной недели, этой недели. И так мы рады вас видеть сегодня. Если вы хотите дать что-нибудь для нашего пожертвования, для нашей реставрации, мы будем очень рады. Ну, спасибо. Спокойной ночи. И спасибо.